Всем привет, всем привет, с вами Шмыга, и это Зомботрон. И, собственно говоря, мы продолжаем проходить данную игру. И будем стараться сейчас ее максимально далеко пройти. Если это у нас, конечно, получится. Если не получится, то это... И это проблемы. Это твои и мои проблемы. Это чьи-то проблемы, да. Это, в общем, не важно, на самом деле. Так, что у меня там? Сдохни, тварь. Так, мы не будем пока вызывать. Что отсюда? Опа. Так, ты минус. Козлина, да? Ай-яй-яй, вот падла тварь, да, зацепила. Хорош. Так. Больно. Я не ожидал, я думал, с одного раза ты сдохнешь, падла тварь. Но нет, но нет. Мы с вами здесь застряли, насколько я помню. Это чего, боеприпас? Нет, это что такое? Подожди. Это что такое? А, у меня два бинта. Я вот не знаю. Это походу, короче, какой-то этот, проходная карточка, скорее всего, да? Подожди, давай еще сейчас не будем брать. А, наверх мы не можем попасть, почему? Так, эту бочку мы пока оставим, потому что по ней, скорее всего, можно будет как-нибудь туда. И, короче, не важно, пока не важно. Уходим наверх пока. Ну, не наверх, а наверх. Ну, в смысле, ты, короче, понял. Так, опыта немножко собираем. Ну, в принципе, не, нам до следующего-то много. Да слышь, бочку мою не трогай, тварь! Ну блин, два раза цепанул, прикинь. Это ли не подстава подстав? Так, что тут у нас? Две кормежки и шлемара, да? И шлемара. А что я могу выкинуть? Давай пока вот эту выкинем. Блин, я кормежку подобрал, да, дурак? Взять, применить, дать, продать все. А ее выбросить нельзя, что ли, да? Ой, извиняюсь. Так, давай тогда выбросим... тебя выбросим. Ай! Повыбрасывал тут всего. Так, редкие 10, понятно. Не пригодится, так. Ай-яй-яй-яй-яй. Да-да-да, короче, нужно через бочку как-то туда пройти. Подожди. А что у меня с хпшкой? Да, хпшка применить. Нельзя два раза хпшку типа применять? Да, наверное. Я что-то еще до конца не разобрался, или разобрался, но не помню, или разобрался, но не помню, или помню, но не разобрался, или как-то так, короче. Я что-то не помню, что там можно делать, или что-то... А, хпшку можно еще раз? Нельзя, потому что у меня уже полная, скорее всего, сейчас. Поэтому... А, подожди, я наверх, я туда как туда? Можно было забраться или нет? Блин. Сейчас так, стопэ. Нет, подожди. Как к этому трупу пробраться? Мне же важны главные секретики. Вы же сами знаете, что в этой игре мне главное секретики, секретики. А, кстати, я сказал, что вы на канале у Шмыги. Вы на канале у Шмыги, если что, и это Зомботрон, да-да-да. Прохождение номер 6 или 5, или какое там уже прохождение по этой игре. А мне нужно на бочку начать. Собака-тварь.
Мне нужно на бочку, а потом через бочку туда. Опять же, это... все прохождение будет занимать тупо секрет до секретика добраться, а все остальное время мы просто будем восстанавливаться от... Я знаю, ее надо просто толкнуть. Короче, сейчас смотрите, я сейчас ее просто тупо толкаю, и все будет нормально. Просто тупо толкаю бочку, бочару эту, да? И все нормально у меня будет. Так. Оп, оп. Во, вот так, отлично. Найди. А, скатись, скатись. Фу, yeah. Так, не-не-не, а дальше-то не надо. В кусты, да? Угу. Так, давай не в кусты скинем, тебя скинем. Пока что. Это что у нас, подожди? А, карта доступа, пока тоже ее выбросим, подожди. Оп. А это у нас что? Это нагрудник рейнджера. 12 бронька. 18 эпические ловкости, но... Ну, ты понял, да? Не интересует, не интересует. Слушай, давай шлем тоже, короче, выкинем, или не будем. Шлемару. Или гранату одну оглушающую. Да, давай тебя выбросим, продать. Ты нам пока, короче, не нужна такая граната. Так, мы нашли секретик, до него добрались. Все, теперь мы можем, в принципе... А куда нам нужно? А я туда наверх пока не смог попасть, да? Да ё-моё, давай прыгай, ты чё, камон. Наверх туда не смог попасть, но я думаю, что я смогу через лифт это сделать. Так что не беспокойтесь. Так. Бочару ски... Оп, стопа. Че, съел, да? Съел? Не выстрелить? Ай! Собака! Я еще и промахнулся, прикинь, братан. Ой-ой-ой-ой, у меня токсикация пошла. Блин, плохо. Ну ладно. 95-74 хп-шки. Так, ну ладно, вроде здесь разобрались, да? Здесь сейф у нас есть, если... Ежели чего, да? Да некуда пройти. Пока не будем сейвить. А, почему? Потому что... Просто потому что... Так. Опа. Так. Подожди, подожди, подожди. Ах ты, собака, слышь? А эти стали сильнее, что ли, или что? Я не понял. Опа. О, бита еще одна, да? Так, давай-ка мы это пока выкинем. Подожди, выбросить. Что за бита? Подожди. Редкая бита, у меня обычная. 160, это то, что 160, но увернуться и нанести критически. 160. Да. Так, только можно поменять, подожди. На двойке у меня бита. Надеюсь. А на единице у меня оружие. Ну, чтобы было комфортно играть, потому что я так привык, и все. И не спрашивай меня больше ни о чем. Так, туда, короче, мы никак не попадем. А вот сюда мы... Не, не буду пробовать. Воу-воу-воу. А как вы здесь оказались? Чего меня напугали? Упыри. Так, стоп, мне нужно похиляться. Что-то вообще жестко, да? Меня сейчас чуть ли не чпокнули вообще. Мне это не нравится. Откуда они взялись-то? Они же вроде их тут не было. Или что, или были. Или я не увидел. Ну ладно, не важно. Так, чаечек немножко. Глотнем чаечку. Да, отлично. Теперь можно засейвиться. Точка сохранения, да. Так, теперь. Теперь.
Туда, подожди, туда наверх можно попасть. А здесь что у нас? Критический урон сразу на, да? Так, и здесь у нас лифтяра, да, походу? С вопросиком. Оставим пока. Угу. Блин, там что-то... Ай-яй-яй-яй! Что-то упало. Блин! Так, не буду. Не буду на всякий пожарный, не буду. Да, 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 да. Очень плохо я прохожу эту игру. Я знаю, ребят, можете мне не напоминать. Я это прекрасно знаю и вижу. Слушай, я деньги вообще на самом деле не трачу, да? Но может быть они мне потом как-нибудь куда-нибудь понадобятся, да, бабосики или нет, как думаешь? Ну, давай посмотрим, потому что... А чё бы и нет, да? Да, через вопрос надо. Через вопрос, как там мы проходили. Так, сейчас, ребятуси, сейчас, подождите. Так, надо как-то туда пробраться, да? Ну да, видите, я как и говорил, что основная часть времени это тупо секретики. А секретики я люблю, поэтому, да. Там, может, что-нибудь выпадет интересно, эпическое, а может и не эпическое, а может быть и сразу все вместе, и вообще будем жить не тужить, как говорится, да? Так, сейчас, стоп. Ну нет, я же нажал на прыжок. Я же нажимал на прыжок. Игра, не ври, не ври. Я нажимал на прыжок. Я нажимал именно вешечку, вешечку. Не на пробел, я нажимал, а вешечку. Ты меня обманываешь, игра. Не надо так делать со мной, пожалуйста. Не надо. Я хочу, чтобы все было чики-пуки-буки-вуки. Понятно? Понятно тебе или непонятно? А? Так, хорошо. Ладно, давай еще раз попробуем. Через вопрос, вопросец. Нет, собака. Так, ладно, я раскачал вопросец, поэтому давай-ка мы еще раз там. Может, на вопросики вообще доедем. Но единственное, что меня, конечно, угнетает, что это все на таком... то есть, ну, на уровне-то я не... А, господи, я думал, кто-то за мной бежит. Мне послышалось, что тараканище это бежит. Или как он там, не тараканище, насекомое, не насекомое. Тихо. Сюка. Ладно, сейчас, подожди. И еще разочек. Уже почти, уже близко было, да? Ты видел, что уже было близенько прям? Уже было прям настолько близенько, что прям очень близенько. А, и кстати, да, я же, блин, ну да. Но мне никто ничего не пишет, поэтому я сам во всем должен разбираться. Тут же есть, должно быть, оружие. Ну нет, ну сюка, ну прыгай ты, ну блин, ну чё за бред? Нет, я не могу пропустить этот секретик. Мне этот секретик очень нужен и важен. Потому что там много чего есть. Я знаю, я точно знаю, и поэтому все. Не надо мне ничего говорить. Просто смотри. Ай. Просто смотри и страдай вместе со мной, понятно? Опа. Да скотина ты, тварь, ну блин, ну нет, ну бесишь ты реально уже. Сколько я уже минут на этом месте? Минут 10 уже точно, да? А это плохо. Так, еще чеку подзарядиться. Отлично. Подзарядям бы была сделана, произведена. Соответственно, все, давай еще раз. Еще раз, еще разок. Как говорится. Да нет, ну ёб твою налево. Ну как ты можешь считать, ты меня бесишь как бы вообще полностью. Да, это тяжелый секретик. Это очень тяжелый секретик. Но ладно, мы добьем его. Мы его добьем, мы можем, потому что мы можем. Мы, это мы, и мы можем. Так. Да ёб твою мать, ну ты вообще не можешь прыгать теперь на В, ёб твою налево, а? Не беси меня, не беси, скотина, он просто не прыгает, прикинь, он просто, я нажимаю вперед и прыжок, он просто тупо бежит. Мне не надо тупо бежать, мне нужно тупо прыгать, понял? Понятно тебе или непонятно? Тупо прыжок, а не тупо бег. Тупо бег это там в этом где-нибудь, в спортзале.
хорош. Секретик. Дробошара. Дробошар. Подожди. Скорострельность 4, емкость магазина 2. Выбрасываем. Забираем бак. И это что тут у нас? Подожди. Гром. Скорострельность. А, так это какие патроны? Подожди, это вот эти патроны? Да, это вот эти патроны. Блин, 45, 55, точность 80, точность 95, меньше 26, 32, 20 к урону от взрыва, подожди. Скорострельность к опыту, урона с последней пули из магазина пушки. Урон последней пули из магазина пушки, шанс на критический урон, урон от взрыва, да? Да, я, наверное, продам калаш. Возьму гром. Оп, что там? Или там ничего? Ай-яй-яй-яй. А, ну тут просто патрики. Так, все, ладно, мы с вами разобрались. Разбирамбу сделали, да, небольшую. И, собственно говоря, сделали секретик. Секретик найден, секретик отлично. Все шикарно у нас. Так. Сейчас, ребят, секунду, я проверю, все ли, да, все пишется, все нормально. Так, играем, продолжаем, все. Так, сейв мы сделали, сейвамбу. Да, сейвамбу мы сделали, соответственно, здесь подбираем то, что не подобрали. Почти 6000 денег у нас уже с вами, да? Так, и давай наверх, ну-ка. Нет, вниз. Нет, наверх. Хоть с одного хэ, просто в хэд. Так, это что за говно? А я код доступа уже использовал, да? Продав амбу. Лимонку эту. Так, это что у нас? Карта доступа резиновая. Ой, не резиновая. Фиолетовая. Так, а как? Ага. Подожди. А вот здесь что? Да ладно, подожди, а если там побить? А тут, наверное, этот вылезал, да? Кротяра. Ну, не кротяра, а как его зовут этот? Ну, ты понял, да? Ну, ты понял. Паук. Или не паук, таракан. Кто он там? Как мы же на той серии расспорили со своим роботом. Как называется этот? Враг. Вражина. Враг-вражина, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Нет. Так. Тихо. У меня кровотечение, почему? О, нифига, он слышал. Меткий падла. Шел сюда вон. Так. Патронов дофига нам скинули. Гранату красную. Она у нас есть. Всё. Так, теперь туда. А как туда попасть? Хорош. А, и все, типа, это все, весь уровень. Мы тут все сделали с вами. Вроде да, все подбирали, все сделали, в принципе, идеально. Вроде как. Давай дальше. Быстрее. Ну да, затягивается эта игра, конечно. О! А, ну мы прибыли сюда, нам сейчас должны дать много всяких плюшек, по идее, да? Мы же убили это насекомое. Я не верю своим глазам. А что такое? Из схватки с монстром ты вышел победителем. Да будет река твоя чиста и стремительна. Сли, все что ли? Алло, братан, ты че? В смысле? Ну ладно. Так, сразу это что? Это для победителей лифт? Лифтяра для победителей? А здесь мне какой-нибудь обед там не приготовят? Ничего не дадут? Тихо. О,
Возрадуйся, о Сардал, я уничтожил кошмар вашего племени, вы снова можете вкушать пищу предков своих, подаренную духами долины, и все это благодаря мне. Капитан, вам не чуждо позерство, да? Эш, победители не судят, это правильно. Невероятно, сделал это. Путь в долину снова свободен. Ты спас всех нас, наша благодарность безгранична. Можешь воздвигнуть памятник в честь меня. Но меня больше порадуют энергомодули. Увы, ты не можешь решить этот вопрос. Кое-что мы все-таки можем. Во-первых, мы можем отдать тебе зомбомобиль. Что за бомбомобиль? Это шутка, или вы его действительно так называете? Такое название ему дал один из колонистов во время третьей волны безумия. Он пропал без вести, как и большинство колонистов. Может быть, ты мне вкратце расскажешь вообще, что произошло на этой планете? С удовольствием, когда дети Мгоиндо вошли в реку первый раз, световая пыль еще только зарождалась на лепестках цветка Хори. Так, а нельзя опустить всю эту мифологию и перейти к фактам? Факт — это лишь интерпретация импульсов жизни великого Кха, что дает жизнь и смерть, что дает свет и тень, что... Все, я понял, достаточно, лучше постараюсь выудить что-то из блоков памяти колонистов. Итак, ты сказал во-первых, значит, должно быть и во-вторых. Про машину понял, понимаю, принимаю, но ты хотел сказать что-то еще. Еще хотел сказать, возможно, твои энергоблоки похищены дроидами, колонисты прозвали их мусорщиками, и это прозвище им подходит отлично. Мусорщики мне привычны и понятнее, это тоже местные жители? Да, они не дети, ха, они поклоняются потомку Диргу. Устал я от легенд. Нет, ты не подумай, что все интересно. У меня в приоритете энергоблоки. Я думаю, что они могли бы это сделать. Они подбирают всю технику и электронику, которую найдут. Множество раз они воровали и у колонистов до того, как начались волны безумия. Очень похоже, что ты прав. Я думаю, мне следует навестить их. Где припаркован зомбомобиль? Вот, возьми ключ от гаража. Правильно говорить, гараж. Благодарю. Может, я загляну позже, поболтать про историю этих мест. Я сейчас пойду снесу несколько голов. Так. Подбирамба. Ты, слышишь, приготовил мне что-нибудь? Что тут есть? Ратвамба, да? Но мне пока вроде ничего. Или что-то... Ой, это куда я ушел? Опа. Потайной ход. Опа-на. Слышь, не шутя тогда, выпало-то. Две банки. Подожди, давай вот это выкинем, подожди. Это что там у нас за штучка такая? Гром? Нет, подожди. 102. А где пушка-то? А! А где? Не, а где она? Здесь. Она же здесь, да. Алло, игра. Ты... Что это за пушка? Я ничего не понимаю. Ты понимаешь? Подожди. 80 на 120. Патронов очень мало у нее. И ее нету в инвентаре у меня. Подожди, а как... А как ее выкинуть-то? Алло. Ничего не понял. А, вот он появился. Дождь апокалипсиса, эпический. Огнестрел, стреляет только этими патронами, стреляет очередями по 10 пуль. 20 км для оружия, шанс найти патроны, выносливость. А чё я буду убирать? Это что за боеприпасы, кстати? А, это для пистолета. Давай продать. А, в смысле продать все, да? Так, продать все, и чё мы возьмем? Дробаш, наверное, возьмем, да? Или эту штуку возьмем? Подожди, ну дробаш... Блин, ну дробаш, он там просто, он сразу... Буф, и все, двойной эспрессо. Емкость магазин 2, 200 патрон. Подожди. А это говно? А это говно... Ну, блин, 1600 патронов или 200. Давай пока так оставим, дробаш потом. Короче, потом дробаш, да? А я туда не могу пройти? Почему? Хорошо, так, давай сюда. Так, пулемет еще взяли, да? Ну блин, пулемет еще мало под патриков очень. Надеюсь. Делаем на с этим. Побегаем. Так, вниз. Где там, короче, мой зомби-мобиль? Погнали, я уже готов. А, стой! Хотели меня облапошить, упыри. Так, подожди. Туда точно проходки нет? Там все. Так, теперь давай вниз. К зомбомобилю, наверное. А стопэ нет, не к зомбомобилю. Оп. Во-первых, вопросики. Патрон. Забрали. Так. Оп. Опа.
Вот это прикол. Вот это прикол. Так, что мы выбросим? Защитный костюм. Слушай, давай эту кепку выкинем. Шанс заблокировать урон брони один к ловкости. А здесь до хрена всего, да, я продаю. Ну, потому что место как бы нужно. Подожди, граната, боеприпас для любого типа тяжелого автомата. Это нам не подойдет или нет? Подожди, давай посмотрим. Боеприпас для любого тяжелого автомата. Нет, не подойдет, да? 180. А какие тебе нужны патроны? Подожди, где твои патроны? Для любого... А, это пулемет, а у меня для... Так, хорошо. Аптечка нужна? Да нет, в принципе, у меня все есть. Так, и я могу пройти в зомбомобайл, да? Так, две клетки есть, еда есть, хп есть. Так, опа, зомбомобайл. Как тебе тачка, Эшли? Выглядит неплохо. Капитан, я изучила диагностический отчет бортового компьютера. Пассивная система безопасности повреждена. Система торможения нуждается в профилактике. Тормоза придумали трусы. Лучше скажи, можешь ли ты повысить мощность движка? Я могу повысить мощность двигателя на 20%, но на это, но это сократит его ресурс на 68%. Повышай, в отпуск мы на ней все равно не поедем. Главное добраться до цели быстро. Пулемет еще там есть. Мощность двигателя увеличена. Пока не, по коням. Так, погнали. Да? Да. Безграничное количество пуль. А, стоп. Да, погнали. А как ему руковод? В смысле? А как им ехать-то? Эй, Али. Что за бред? А, на пробел? Стой, дай посмотрим. Клавиатура. Ходьба, следующее слот, движение влево, присесть, газ для авто, спейс. А, все, погнали, да. А, блин, нужно было обыскать тупо ту эту. Может, там был какой-то секретик, да? Но, скорее всего, был. Ну ладно, мы просрали уже этот момент. Так, давай, погнали. Ой. Ой, можно так классно его просто давить, этих ублюдков, и все. Ой, мы же перевернемся. Хорош. Подожди, а что надо сделать? Ай-яй-яй, подожди. Это уже какой-то мотобайк. Ага, вот так вот, да, понял. Блин. А-а-а! Он задел мою машину, падла. Ой-ой-ой.
Подожди, назад. Хорош. Интересно, а были какие-нибудь секретики? Там, может... Блин, надо было на самом деле в конце-то выйти. Что-то я тупанул. Выйти нужно было с уровня и проверить секретики. А я что-то тупанул. Ну блин. А опытом мне там скинешь или нет? Текс. Тут уже лифт надо вызывать, да? Или не надо, подожди. Круши, крушить, сломать. Да, сюда я не заберусь. Так, назад. Надо лифтяру вызывать. Подожди, а где лифтяра остановится? Ай, только не задави меня, пожалуйста. А, нет. Тут мы оставляем, значит, уже тачку, походу, да? Или как? Или нет? Или да? Или да, или нет? Чуть не упал. Я думал, мы поднимемся на тачке. То есть это все так быстро? Остальное, как обычно, в таком темпе. В таком темпе. Пойдем секретик проверим. Интересно. Да, он вернется. Так, там есть что-то. Так, подожди. Здесь что есть? Чего туда не могу запрыгнуть? Запрет. А я хорош. Да ты слышь, как ты успел? Что там за блок был, я что-то не понял, алло. Ей. Оп. Так, туда не попасть. Ай. Куда ты там стреляешь?
Падла. Че, совсем что ли оборзел? Ай! Получил в обратку, да? Блин, я хочу еще на тачке поездить. Да ёп! Поддай давай. Ага, сейчас, ёпте. Пошел ты. И все? Ладно. Так. Оп. Что-то я запутался, я все тут проходил-то или нет? А тачку, блин, я хочу на тачке поехать. Ой, ёпта мать. Чуть не промахнулся, прикинь. О, карта с допуском, подожди. А, герой, да. Так, давай сделаем пока. А, почему я карту доступа не могу взять? Да, могу, все. Так, подожди, а что там наверху? Вот туда не могу запрыгнуть? Ну ладно, так. Как посмотреть вниз? Аху. Прикольно, прикольно было. Мне понравилось. Это с самого начала, где тачка? Йоп. Да, подстава так подстава. Не получится никак туда, да, залезть. Меня же она не задавит, да, тачка? Своя же тачка задавит. Блин, ну слушай, так-то да долгий уровень. Блин, я там столько всех уже разгасил, и, а получается, что нет. Вот это бред, да? А, тут сейф был, потому что... А я им не воспользовался, да? Оп. А! Собака! Твою мать! О, как меня это бесит, а, говнище. И опять по новой. И опять по новой, да. Да не, на тачке просто можно ехать. Тупо ехать и больше ничего не делать. Тупо прямо. Один и 8к патронов, надо как бы, да, с этой темой побегать.
Ай, сучка. Да слышь, трахни его. Хорош. А то и видите ли тут. Не, а зачем этот кубик нужен? Кубик Рубика. А, подожди, можно. Ты чё? Мне все равно туда не запрыгнуть. Ладно, забей. А, стоп. Так, о, хорош. А я не видел здесь этого, прикинь, что здесь есть хоть кто-то. Не видел, что здесь есть сейф. А, нет, нужно было силу немножко увеличить. Зачем мне ловкость? Так. Падла там какая-то вылезла. Хорош, да-да-да, давай. Ты прикинь, да? Так, сохранились, потому что можем. А что такое значит одна штучка? Я один раз могу типа возродиться? За бред. А, я мог еще ж по низу там пробежаться вроде, да, насколько я помню. Оп. Слышь! Сейчас бы всякий упырь бы еще с... не с первого раза был, отлетал бы у меня. Я бы вообще... Тут, по-моему, ничего не было, да? А, у меня новый уровень опять? А, очко этого. Все. Да, вот так все будет. Все будет правильнее, так и будет. Опа. А слышу, он попал. Он... Да его перевернись ты, ну ёп. Парный карась. Прикинь, какой падла гнида тварь. Попал. Опа, нихера. Ничего себе, Эш, смотри, это же пирамида. Интересно, сколько древняя? Мои сенсоры не позволяют определить точный возраст, но он значительно превышает возраст всех построек, что мы встречали ранее. Рискну предположить, что эта пирамида построена задолго до создания на этой планете человеческих колоний. Давай исследуем ее, все равно на машине дальше не проехать. Будьте осторожны, кто знает, что скрывается внутри. У меня достаточно патронов, чтобы чувствовать себя уверенно. После всего, что мы видели, вряд ли меня что-то напугает. Помнишь того гигантского таракана? Это был паук, капитан, и может не стоит зарекаться? Отставить ерничество, Эш, включи режим обнаружения агрессивных биоформ. Режим ОАБ активирован. Сейчас, подожди, а при чем здесь? Пистолет надо мне? Нет, не надо. Так, продаем. Я как раз... Я же патроны все продал на пистолет. Че у меня с ХП? Лечимся пока что. А, это я к машине сейчас прибуду, да? О, хорош. Все, так, и теперь мы, короче, можем... Мы по новой сможем дойти до туда, да? Постараться, короче. А, ну мы там много чего не сделали. Мы, во-первых, там не поубивали кое-кого. И плюс еще мы не можем... Ну мы же не можем. Ну мы же... Ну вы же сами знаете, что я не могу просто так взять и оставить нетронутым все, что там было. Вот тут какой-то писоскин какой-то. Вообще охреневший.
да, мы же в эту сторону. Вот в этой стороне вот эта сторона. Все, я понял. Погнали. Короче, смотрите, что мы сейчас сделаем. Жалко, сейчас сейф нельзя сделать. Я бы с удовольствием... Да ёб твою. Я бы его с удовольствием бы сделал. Прикольно. Мне нравится эта игра вот этим вот... Что это такое? Ну ладно. Так, короче, мы вправо просто не уходили. Там, скорее всего, какой-то секретик, какое-то прикольное оружие валяется. Поэтому давай-ка мы сейчас пройдем туда немножко направо. Плюс там еще какой-то ублюдок был. Но давай ты запрыгнешь все-таки, а? Сука, жирный дурак, что ли? Он не хочет прыгать, смотри. Ты идиот или что? Что с тобой не так-то? Мудак. Подожди, где-то здесь был проход, был, по-моему, да? Нет, не здесь. Или это... А, это может быть на другом уровне был. Там так проходил. Ты чё, ну ты мудак или как? Ну ты, блядь, мы же с тобой прыгали тут 300 раз! Мне может кто-нибудь объяснить, в чем дело или что? Или я что-то не то делаю? Прикольно. Просто офигенно. Так, стопэ. А, да, все, понял. А как бы мы, кстати, без ключа доступа попали туда? Хорош? Так. Там кто-то... Я кого-то слышу или нет? Ты охерел? Ты мою тачку? Слышь, ты охерел? Говно. Он что, мою тачку побил? 700! Охереть! Вот это гнида, падла, тварь. Вообще офигеть. Не, а мы сейчас через эту пройдем. Через, как она называется? Ну, вот здесь мы пройдем. Не через так, а вот через так. Ну, ты понял, да? Вот так. Мы можем еще вот так сделать. Вот оно что, смотри. Прикольно. Хорош. Это через ключ доступа, да? Да, так что мы правильно, что мы возвращались, потому что мы бы не смогли. Опа, тихо, ёптель, это что за приколы? Приколи. Прикольчики такие, ну ладно. Так, а сколько уже время? А, время-то уже все, да? Ребят, на этой части закончим наше великолепное прохождение данной игры. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шемега, всем счастливо, всем пока.